Всем привет! Мое имя не поменялось, я все еще Ивана. Наконец-то через такой большой промежуток времени я вернулась в свой канал. И вы смотрите мое новое видео. Мое последнее видео было про Хэллоуин, и оно вышло 1 ноября. Сейчас уже 16 января. Я пропадала 2,5 месяца. Причина это у меня было, наверное, немало. Я даже не знаю, какие причины были. Ну, а теперь, как вы уже угадали по обложке, то есть увидели по обложке, я снимаю видео на тему преображения моей комнаты. Ой, не моей комнаты, а моего спального уголка. Я украшаю его в стиле инди-кит. Наверное, из того, что мне просто очень нравится этот стиль. Хочу вам показать то, как выглядит мой спальный уголочек сейчас. То есть это типа до преображения. Здесь на самом деле все очень просто. Тут всякие игрушки, подушки, моя кровать, естественно. Здесь звездочка. А вот это вот рисунки, которые я, наверное, повесила. То есть не я, или я. Ой, короче, это было здесь 2 года назад. Ой, ну вы поняли. Но если сделать что, то есть повесить здесь какие-нибудь фотографии, рисунки, то здесь будет очень даже эстетично. Так что поехали. Первым делом я хочу убрать вот эти наклейки самодельные. Ну, вроде бы все. А второй пункт у меня уже присутствует. Это вот такие вот рисунки на 10-10 квадратов. Квадрат на 10-10 сантиметров. Здесь много рисунков, которые я рисовала в течение 2 дней, несколько часов. Но я еще хочу нарисовать примерно 4. Здесь образец Hello Kitty. Ой! Я буду вместо нее. Моя. Вроде они персонажи из одной вселенной. Вот это вот самый легкий рисунок, который у меня был. И сейчас тоже будет максимально простой рисунок. Это вот облака разноцветные. Ну вот это тоже нереально простой рисунок, даже проще, чем вот этот. Сейчас я рисую смайликов. По-моему, вышло круто. Все, бумажки у меня закончились. Теперь, наверное, буду обклеивать скотчем и клеить на стену. Ну и вот это все мои рисунки, которые я рисовала. Вот эта вот шапа, она мне не нравится, потому что... Ну просто посмотрите, какая она страшная. Наверное, я каждый рисунок буду обклеивать скотчем с передней стороны, потому что он будет более ярче, кажется. А, то есть не более ярче, а более насыщенней. Я еще один готов, но сейчас я решила, что буду смотреть сериал, пока все заклеиваю скотчем, а потом, когда все закончу, то тогда продолжу снимать. И в то время, когда я все это обклеивала скотчем, я успела посмотреть 2,5 серии и также покушать. Ну, еще я сделала такие вот стикеры. Также вместе с этим я хочу повешать на стену свои фотографии, фотографии с лучшей подругой и так далее. На них, наверное, я буду писать какие-то там цитаты, фразы. Я вроде что-то написала, но мне лично понравилось то, что я там написала, потому что очень неаккуратно. И, конечно же, прекрасный диалог я написала ужасным почерком. И я выбрала фотографии, которые я хочу вешать на своей стене. И на этом моменте я начинаю приклеивать рисунки. К тому времени я успела сделать еще второй ряд. Они вышли нормально. Ох, Ютуб Кустон. Привет. Я закончила третий ряд.
это я. Да? Остался такой рисунок, и я его повешу посередине. Сейчас я буду соединять В общем, этот несколько еще не соберем. Борта своим ногами. Наконец-то я все обклеила. Я решила, что приклеивать фотографии я буду завтра. Наверное, я все закончу. Еще я повешу туда диски, наклейки, самодельные и так далее. Уже второй день, как я снимаю это видео, и да, сейчас уже на самом деле 3 часа, 3 с половиной, и сейчас хочу повесить вот эти диски. Они очень даже чистые, но они очень старые. Я их повешу здесь, и еще также фотки, наклейки типа самодельные. Я хочу на нескольких дисках порисовать, типа делаю что классные рисунки на дисках. Например, вот этот и вот этот. За что ты клипово вышла? Я сделала эти белые полотна корректором, из-за этого они вышли какие-то очень неровные. У меня ничего не получилось, но была задняя часть, на которую я покрасила в принт коровы. Все, теперь клею диски вот эти вот разные, разрисованные, наверное, буду вот здесь клеить. А? Берем наш любимый скотч и клеим. Хотела стереть вот эту надпись, но невозможно. Хотя это очень даже возможно, но просто я не попыталась. Та-да! Не хочу хвастаться, но это творческий бардак. Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry. Готово. Слишком похожи друг на друга. Да ладно. Еще осталось такое индикит фото. Теперь я здесь буду заклеивать скотчем вот такие диски обычные, без ничего. Сейчас все это выглядит вот так. Здесь я хочу повесить наклейки. И на этом мое видео подходит к концу. Очень надеюсь на то, что оно вам понравилось. Вот и сам результат моего уголка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем goodbye! No.